И всем привет, дорогие друзья, с вами Хомстеглет, я присутствую на своем канале. Продолжаем проходить Hellblade 2 на базаре. Нам надо встретиться с Афиной в прошлый раз. Чувак, позвонил. Я дал тебе денег купить воды, а ты что наделал? У меня была хорошая карта. Откуда мне было знать, что они шулеры? Не смеши меня. Может, я не шучу, нельзя тянуть. О тебе ходят слухи. Хорошие или плохие? Полезные. Такие, что заставили поверить в то, что тебе можно дать шанс. Что ты предлагаешь? Подойди к одному из наших мастеров, к Альберто или Квинченцо. Они оба знают, где находятся самые чистые кристаллы. Они нужны мне для одной сделки. Мне нужно что-нибудь знать об этой одной сделке. Как говорит Карл, любопытство – первый шаг на пути в ад. Ты в это веришь? Я верю, что не надо доверять незнакомцам. А тебя я не знаю. Пока еще. Сначала узнай, где находятся кристаллы, а там видно будет. Ты сказала, что отвечаешь за безопасность на базаре. Что это значит? Это значит, что я проломлю череп любому, кто будет угрожать нашему сообществу свободных людей. А из слов Карла я понял, что вы скорее пацифисты. Мы пытаемся отказаться от старых путей и открыть новую эру для человечества. Это истинная революция. А для любой революции нужны две вещи. Идеология и вооруженные силы для ее насаждения. Эти кристаллы, что в них особенного? Они образовались во время химических бомбардировок. Своего рода побочный продукт. Люди верят, что если носить их с собой, инфекция распространяется медленнее. Честно говоря, я в этом сомневаюсь, но попробовать стоит. Так поэтому они для вас так важны? По этой и многим другим причинам. Их трудно достать, сложно разбить и еще сложнее отдать. Они ведь такие красивые, верно? Но самое главное, это реальные осязаемые вещи. Намного более реальные, чем старые деньги. Вот почему они такие чертовски дорогие. Ладно, я поговорю с одним из ваших мастеров. На Софи работают любопытные люди, например, Пилигрим. Кто? Я даже не представлял, что можно все так испортить. Кто-то чересчур храбрый, тот, кто хотел припугнуть остальных. Не смеши меня. Нельзя бесследно убить офицера миротворца. У Лукаса были его детей. Ты знаешь, что... Когда-то у меня была огромная, большая... Скорее, не 12 лет. Ну, это... Теперь я вижу ее в каждом интересе. Мастерская, пап. Да, мастерская. Ну и где она? Ты сейчас на мастерской, Альберто. Я от Софи. Она говорит, вы знаете, где есть кристаллы. А чтоб их... Они уже присылали одного из своих... Пиздюков? Кого? Этого парня, ее брата Софии. Как зовут этого говнюка? Барни. Говнюка зовут Барни. Он задавал тот же вопрос. О темной зоне с кристаллами. Это что-то новенькое. Так где эта темная зона? Сто и двадцать. Пап, можно я скажу? Прошу. В 100 метрах от метро. Там есть большая вывеска Fashion Store и ветряк на другой стороне улицы. Спасибо. Это семейный магазин. Когда умирает один из нас, никакой. Похоже, людям он нравился. Только не тем, кто его убил. У Лукаса были враги? Он был командиром миротворцев. А ты как думаешь? Ну, что ты узнал? Я узнал, где это место, но мне сказали, что твой брат уже о нем спрашивал. Герман, проверь, не включил ли Барни рацию. Герман не умеет разговаривать, да? Барни, ответь мне. Барни! Черт. Так вот, почему он отключил рацию. Решил сам найти кристаллы. Снова он вставляет палки в колеса. Как я понимаю, это уже не в первый раз? Нет.
Он постоянно пытается отличиться. В прошлый раз его ранили. И это было не так давно. Все в игры играет. Я убью его. Просто убью его. Как был ранен Барни? Он не хочет говорить. Я думаю, что это были миротворцы. У брата есть от тебя секреты? Это не твое дело. Барни, ответь мне! Да пошло оно все. Если в таком состоянии он отправится в темную зону, ему конец. Я могу попробовать его найти. Ты? Я уже бывал в темной зоне. В госпитале ВГМ. Если ты спасешь его, ты не пожалеешь. Время все еще есть. Барни, скорее всего, будет ждать до заката. Идти в темную зону днем – это самоубийство. Главное, приведи его домой живым. Сделаю, что смогу. Удачи. Конечно. Ночью ж, блять, интереснее всего, блять. Я уже много месяцев не видел детей. Эйтер. Я слушаю. Это Эйден. Мне только что предложили какую-то сомнительную сделку. Возможно, этот след приведет нас к Лукасу. Нужны не только следы, Эйден. Выясни все, что можно. Хорошо. До связи. А каким нахуй боком мне нравится он здесь? Хуя себе, блядь. Там честно мне хуя. А, залезь ты. Да, правильно, уебись сам. Да, я говорю, управление, сука, кончелыжное, что пиздец, надо возвращаться.
он ударил, да ему, блядь, насрать. Что делаешь, еблан? Правильно, ты свои. Чтоб чужие. Все зажали. А я отхожу, и все. То ли восстанавливается, я не знаю, что это за хуйня. Типа я ухожу, и он выхиливается. И что с ним делать? Да я даже к нему подойти не могу, ну что это такое? Только делать с ним, блять, что? Нет ни копий, то есть нихуя нету. Я не понимаю. Что, блядь, вообще здесь? Где здесь миссия вообще? В старом видели нового монга, говорят, он напоминает Драмилу. Что за хуйня? Как посмотреть, блядь, задание?
функции, навыки. Металлолом, тряпки. 132, блядь. Ни ромашки, ни меда. Странная хата. Нужно добавить образцы тканей. Не умирает, вот то, что он горит, ну как с ним тогда драться? Все, я чего-то не понимаю, либо что-то со сложностью, либо я хуй знает, что надо делать. Что я, блядь, принял? Что это за залупа, блядь? И как долго эта херня будет действовать? Ебать, куда он укатился? Не, все, это ГГ. Надо от этих отбиваться. О, ёпта, какой нахуй он? Что ты, блядь, делаешь, ебло, блядь? Что, ну неужто с них вообще ничего не падает? Бонус ночного времени, то что ты, блядь. Да, ты, конечно, пиздец. Нет, я тебя туда не поведу. Что тебе пришлось по вкусу? У них нету ничего, у них это какая-то херня, блядь. Возвращайся как-нибудь. Уроки в разгаре. Что происходит? Привет, я Хенкель.
Сегодня на моем уроке этот ученик заинтересовался, почему и когда в Велидоре конфисковали оружие. И что произошло потом? Он бы хотел зажечь свечу на месте мартовской бойни. Мартовская бойня? Да. В тот день погибло 64 человека. Их расстреляли практически в упор. Хочешь узнать подробнее? Тогда отправляйся туда. А чего не зажег? Пока идут уроки, никому нельзя покидать здание. Детям нельзя одним гулять по базару. Я б сильнее переживал, чтобы они не попали в темную зону. В наше время дети достаточно умны, чтобы не проваливаться в дыры. В общем, мог бы ты зажечь свечу для него, молодой человек? Может, и сам чему-то научишься. Конечно, хотя сам я мало понимаю в истории. История скучна, когда это просто слова. Но она захватывает, когда ты касаешься ее. Касаешься? Да. Отнеси эту свечу к памятнику Всемирного конгресса искусств. Или к тому, что от него осталось. Это недалеко. Свяжись со мной, когда будешь там. Там ты поймешь, о чем мой сегодняшний урок. Нихуя не понял, блядь, почему сейчас мы... У меня же миссия вообще другая была, блядь. Я хочу кого прохожу, я не могу понять, зачем я это прохожу. Миссия была, блядь, в другом. Ебанешься. Так, вот. Это нахуй. Так. Так, отслеживаю. Пизда. Нет, отцепил. Вроде брал, блядь, одну миссию. Здоровяк. Ой, идите нахуй со своими здоровяками, блядь. Эй! Есть тут кто? Открывай. Я Дэмиэна! Эй! Чего хотел? Я Дэмиэна. Он сказал, тут есть работа. Не по адресу, брат. Но я только что от него. Он отправил меня сюда. Ты один? Почему ты спрашиваешь? Мы тут незваных гостей не любим. Ничего личного. Просто мы, люди осторожные. Я повторю вопрос. Ты один? Да, я один. Уж надеюсь. Заходи и спускайся, там все объяснят. Ты меня не слышал? Вниз топай. Ты еще допиздишься, я тебя сломаю нахуй.
Я Эйден. А Дэмиана, он сказал, тут есть работа. Ясно. Так что, ты тут недавно? Дэмиан тоже об этом спрашивал. Какая вам разница? Босс задал вопрос. Я все еще пытаюсь понять, почему я здесь, а вы все ходите вокруг да около. Ладно, давай о работе. Для нее тебе лучше не быть известным на базаре. Ну, я бы не сказал, что я там известен. Это хорошо, очень хорошо. Похоже, мы наконец-то нашли, кого нужно. О чем вы говорите? Что вам от меня нужно? Просто мы работаем на того, кто до смерти хочет тебя увидеть. Но не до своей смерти, полагаю. Забираем его, парни. Зови Гандор. Стороть ему брюхо. Пожри говна, уёбок. Ну, держись. От меня не уйти, сучара. Вперед. Держи карман шире, блядь. Да, детка. От меня не уйдешь, говна кусок! На землю! Нравится тебе, педрила? Готов? Слышь, по голосу еще кто-то пришел. Где куда бежать? Здесь! Он здесь! Уже иду! Я ж за... Прижу тебя. Посрать, ебать, на ногу. Ты труп, пидор. Ты мой, сучаныш. Ну давай. Кулаками захуярю, так как у меня кончилось оружие. У меня для тебя подарочек, уёбаешь. Запизделся. Пожри говна, уёбок. Тут было оружие. Так. Ну нахрен. Не умер? Ах ты, засранец! Ты меня подставил! Что? Нет, клянусь, я никогда бы...
Я просто выполнял свою работу. Я вербовщик. Кто эти люди? И почему они меня искали? Не знаю, Эйден. Поверь мне. Пожалуйста. Они попросили меня прислать им новичка. Но они сказали, зачем. У меня не было выбора. Я делал то, что сказали. Они имеют отношение к смерти Лукаса? Что? Нет. Господи, надеюсь, что нет. Это было бы ужасно. Но клянусь, я не знаю. Значит, ты уже посылал к ним других до меня? И их всех убили? Что ты натворил, Дэмиан? Я не знал. Сначала. Но даже когда я узнал, то не мог ничего поделать. Сколько, Дэмиан? Сколько людей ты послал на смерть? Прекрати, Эйден. Хватит. Мне очень жаль. Я был вынужден. Поверь, у них мой брат. Твой брат? Рассказывай, живо. Они схватили его и грозились убить, если не буду слушать их. Мне казалось, если я буду слушаться, они отпустят его. Я на крючке. Меня это достало. Я хочу вернуть брата. Ты не поможешь мне? Ты отправил меня на бойню, а теперь я должен забыть об этом и помочь найти брата? Ты злишься, понимаю. Но подумай вот о чем. Он мог слышать, зачем ты им нужен. Если он тебе расскажет, ты поможешь? Давай поможем. Ну ладно. Но я советую тебе помолиться, чтобы он что-нибудь знал. Как долго, блядь. Здесь его нет. Никаких следов Клиффа. Блин, ты думаешь, они... Он еще жив? Да? Не делай скоропалительных выводов. Но где они могут его держать? Проклятие, это я виноват, какой же я дурак! Отправка сюда людей твоих рук дело. Что касается твоего брата, я не уверен. Где он был в последний раз? Когда на нас напали, мы были на востоке Куориент, у моста. Эти уроды взяли его в заложники и с тех пор отдавали мне приказы. Я делал это только, чтобы спасти брата, Эйден. Я не знал, что другие будут умирать. Что такое мост дьявола? Так называется здание. В средние века верили, что там водятся духи. Но времена изменились, и в эти россказни уже никто не верит. До эпидемии там была автомастерская, а теперь логово бандитов. Придется осмотреть район вокруг моста дьявола. Эйден, ты не шутишь? Ты сделаешь это ради меня? Ни за что. Я сделаю это для того, чтобы больше никто из-за тебя не умер. Знаю, я произвел не лучшее впечатление. Но прошу, спаси его. Опять же, это не то. Учитель, так... Вон, давайте вот это отследим. Ай, сдох. Не воюем. Просто меня. Я так и не понял, он умеет от них отскакивать? Управление. Вот не прыгнул, ну что ты, блядь, шашлындос. Хенкель, я у памятника. Ты прав, от него мало что осталось. Хорошо. Присмотрись к нему. Не все сразу бросается в глаза. Что здесь случилось?
Именно там начался мятеж. Люди были в ужасе. Как им защищать себя и свои семьи? Начались массовые беспорядки. Тогда ввели комендантский час. Начались обыски, чтобы никто не вздумал прятать у себя оружие. Наказание для неподчинившихся было весьма суровым. Здесь есть табличка. Но немного имен. Это жертвы бойни? Да, 64 имени. Ситуация за стенами уже была хуже некуда. А армии нужно было больше оружия. Так что они конфисковали оружие у мирного населения. Частное владение оружием и боеприпасами с тех пор было запрещено. Явно не просто комендант. Началась стрельба. Армия открыла стрельбу по гражданским. Началась паника. И, разумеется, все стало только хуже. Мятеж охватил весь город. И это стало началом конца. Зажигай свечу. Считаешь, брат ошибся, забрав оружие у населения? Теперь точно не скажешь, но закончилось все плохо. Главная ирония заключается в том, что скоро у армии иссякли боеприпасы. Таким образом, огнестрельное оружие вышло из употребления. По крайней мере, считается, что все произошло именно так. Ходят слухи, что у Пратта был тайный схрон с боеприпасами где-то в городе. Но даже если и так, то он унес этот секрет с собой в могилу. Так что точно узнать нам вряд ли доведется. И это еще один факт об истории. Редко нам удается достоверно узнать что-то. Это не точная наука. Чем больше проходит времени, тем менее прочны исторические факты. Нужны такие бдительные наблюдатели, как я, чтобы по прихоти каждого нового поколения историю не переписывали заново. Долг памяти. Всем следует отдавать его. А теперь прощай, пилигрим. Надеюсь, что этот небольшой взгляд в прошлое осветил и твой путь. Найдите, парни, ночью. Что он дал? Вот что за... Так, ладно, давайте попробуем завоевать. Пожалуйста, помогите мне выбраться! Серьезно, как будто красивый. Ебаный шашлык, блядь. Я здесь! Пожалуйста, выпусти меня отсюда! Ты должен мне помочь! Не бросай меня здесь! Пожалуйста! Я здесь! Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста!
Не, чувак, не могу. Ты! Пожалуйста, вытащи меня отсюда! Не бросай меня здесь, умирай! Я думал, моя песенка спета. Возьми, пожалуйста. Сказано, что 300 надо. А как? А, у меня выносливость 160. Недавно Хуана на корабле. Болеет. Чувак реально ушел. Некоторое время я ходил с Андерсом. Это кто? Величайший мошенник. Однажды он сказал, в этом городе полно. Правильно, нахуя допрыгивать? Надеюсь, мы скоро... У тебя есть молоток? Эй! Попробую! У меня для тебя подарочек, уёбок. Как дела, малыш? Похоже, я поговорил с Карлом до тебя. А Софи, я кое-что для нее делаю. Кое-что? Помогаю спасти ее брата. Хорошо, завоюю ее доверие. Софи должна что-то знать о смерти Лукаса. Здесь мало что происходит без ее ведома. Если, конечно, не замешанный чокнутый брат. Будь осторожен с Барни. Он немного дерганный. А, ну я понял. Уже иду. Покажу этому миру услугу, я. Бля, по-моему, ему дал пизду. Они убили его! Эй, привет, Да, этот, конечно, с копьем кинулся, красавчик. Можем сделать все по-хорошему или по-плохому. Да вы поздно, ребят, приперлись. Вашего уже загасили. Ищи, блин. Как он мимо нас пробрался? Этот мудак не стоит. Thank you.
Что увеличить скорость бега и прыгать через большие, отталкивайтесь, чтобы прыгнуть дальше. Бля, ну да, вот на пока. Он, блядь, давно. Похоже, у нас теперь есть безопасное убежище рядом с ветряком. Вчера. Спасибо, Эйден. Хорошо, ведь звенело в ушах. Это в твоем-то возрасте. Тебе иногда не кажется, что они так громко стучат лопатами. Все, он дебюзит. Я давно не обращаю на них внимания. В серии пойдем. Ты не знаешь, как защититься от опасных электрических волн. Моя бабушка клала каштаны под матрас. Смотрел. С вами был Хомстер. Сомневаюсь. Не забывайте. У бабушки не было чувства юмора. И до скорой встречи. Всем пока.